Здравствуйте. Говорит и показывает 15-я библиотека муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система Петрозаводского городского округа». Читаем сегодня книжку Виктора Александровича Потиевского «Сказка-раскраска. Ёжик Тим и ёжик Том». Издательство «Барс-Афган». Город Петрозаводск, 1995 год, для детей младшего возраста, художник Виталий Наконечный. Вот такая книжка. Жили-были на опушке ёжик Тим и ёжик Том. Шишки-ёлки, как игрушки, малыши тащили в дом. В догонялки забавлялись под калиновым кустом. А потом, шутя, подрались ёжик Тим и ёжик Том. Их жилище под сосною, что шумит над головой, вырыл папа ёж весною и полы услал травой. А потом ежиха мама всё в порядок привела, мусор выбросила в яму и дорожки подмела. А сегодня с позаранку оба ёжика одни за грибами на полянку собрались идти они. Хорошо дорогу знают и в грибах имеют толк. Не страшна гадюка злая и не страшен даже волк. Потому что в час тревоги, спрятав голову под бок, поджимает ежик ноги, превращается в клубок. И клубок ужасно колкий, и иголок в нем не счесть. И у Тима есть иголки, и у Тома тоже есть. За сосновым корневищем и на холмике крутом самые лучшие гриб отыщут ежик Тим и ежик Том. Но внезапно у тропинки, где песчаная коса, промелькнула рыжей спинкой остромордая лиса. И два братика, два друга, два ежонка в путь идут, а в кустах лиса хитрюга, и она уж тут как тут. И глаза пылают злобой, и слегка раскрыта пасть, замерла, таясь в чащобе, чтоб на ежиков напасть. Но не тут-то, братцы, было, нет беды в лесной глуши. Видно, рыжая забыла, что ежата крепыши. Был отпор врагу недолгий у тропы на месте том. И подставили иголки ежик Тим и ежик Том. Хоть они лесу не ждали, а она их здесь ждала, накололи, нападали. Вот такие-то дела. И умчалась прочь злодейка, получила по ушам. Ну-ка, лисонька, посмей-ка, подойди еще к ежам. А ежам не страшно даже. Мы, конечно, знать хотим, что же будет делать дальше ежик Том и ежик Тим. Вот они пришли к оврагу, перебрались за овраг маленьким ежиным шагом, но ежиный быстрый шаг. Всюду тычутся носами, всюду нюхают, глядят, и грибы отыщут сами двое маленьких ежат. За камнями, за кустами, под мхом и под листом ищут, ищут, не устали ежик Тим и ежик Том. Постарались не напрасно, перед ними славный вид. В очень яркой шапке красной подосиновик стоит. И второй, и третий рядом, хороши как на подбор. И грибам ежата рады, а вокруг сосновый бор. И уже гуляют долго, и пора обратно им. И расправили иголки ежик Том и ежик Тим. И обратную тропинкой поспешили в отчий дом. И грибы несли на спинках ежик Тим и ежик Том. Через лес, по краю поля, так удобно для ходьбы, на иголке накололи ярко-красные грибы. И домой пришли ежата, и уже в норе лежат. Папа рад и мама рада возвращению ежат. Все же вовремя успели. Небо в утренней заре, ежики, ночные звери, днем должны сидеть в норе. И послушно, и упрямо, да и весело при том, помогают папе с мамой ежик Тим, ёжик Том. Вот такая книжка, раскраска Виктора Потиевского «Ёжик Тим и ёжик Том».